14-й серии турецкого сериала «Полнолуние» Ферит в шоке, он не может игнорировать тот ужасающий вариант, из-за которого погибли Демир и Зейнеп. После выяснения этой информации отношения Назлы и Ферита еще больше накаляются. Денис пытается утешить Назлы, однако та чувствует себя виноватой в том, что опекунство над Булутом досталось Демет. Демет сделает все, что в ее руках, чтобы отдалить Ферита и Назлы друг от друга. Назлы должна сдать серьезные экзамены в ресторане, и в глазах Ферита. Они оба пытаются убежать друг от друга, однако Булут вновь сведет их вместе. Посмотреть данную серию на русском языке вы сможете после 4 октября.